Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мистер Босс. Сегодня нам на обзор попали уральчики, подоспели для контента. Роспуск идет на шоколадном. Если можно, покажи обоих, так как там аддоны не все одинаковые. Автор данных модов Иван Армата. Тестировать обоих не обязательно, характеристики абсолютно одинаковые, просто разные аддоны. А мод-пак состоит из двух автомобилей, синего и шоколадного цвета. Имеются свои грузы, аддоны, звуки, различные анимации, бортов, грузов, ступеньки, карданы, руля, брызговики, рамы, подвески. Короче, дохренище просто всяких анимаций, ребят. Моды отличаются цветом. Цветом аддонов, и некоторые аддоны разные. Характеристики проходимости в районе дефолта плюс-минус. Также автомобили практически новые, и аддоны в том числе. Возможно, будет третий автомобиль типа военного варианта, и также потрепанный вариант. Есть небольшая шутка со звуками, в том числе звуки, двигатель, дифа, включение света, заднего хода, сигнала. Ха, а у меня стоят сигнал зелок. Мне надо было зелок удалить, что ли, тогда, я так понимаю. Сейчас посмотрим заодно. Также полностью имеет другой звук, а не как мы уже привыкли, что Next звук — это тот, что с Уралов, Макса. На самом деле, кто не знает, это звук из дефолтного Ford LTL 9000. Есть минус для симуляторщиков и плюс для аркадников. Это физика мостов отсутствует. Минус балл. Также, если перевернется грузовик, то прицеп нет. Опа-на. Если перевернется грузовик, то прицеп нет. Это как понимать? Огромная благодарность там Контурена, Чехрак, Макс Дмитриев, Ромаха, Кот и так далее. Мод был сделан давненько. Может, что-то упустил. Подправим, и при желании игроков возможен в общем доступе. В основном, смотрите обзор. Всем приятного просмотра. Спасибо большое Ване Армата за предоставленные моды. Ну, а мы с вами их честно поглядим, расскажем и все покажем. Два таких Урала идет. Синий и шоколадный, вот коричневый. Да, и на коричневом идет роспуск, поэтому за основу мы возьмем его. Синий мы сейчас тоже по аддонам с вами пробежимся. Итак, поехали. Начинаем с вами с текстурки. В целом неплохо. Она как новая. Анимация, кстати, топливо присутствует у нас, вы здесь видите. Но, скажу честно, мне вот такие всякие вот стыки мне не нравятся. Скажем так, за это мы уже с вами баллы давно не снимаем, но такой небольшой минус все-таки в уме с вами здесь мы держим. Анимация кардана у нас присутствует, анимированные брызговики, да? Да, анимация брызговиков также присутствует, стоп-сигналы у нас горят, задний ход, классный звук, задний ход также присутствует. Заводим. Ну, такой приятный звук. Приятный звук, и, возможно, это идет от Ford LTL, как раз что и было сказано, да, у нас здесь. Есть возможность подключения блока дифференциала. Звук. Щелчки идут. Класс. Есть. И полный привод также у нас подключается. 600 литров, емкость топливных баков, урон 600 очков. Пятиступенчатая коробка передач у нас с вами здесь идет. Во, сигнал-крякалка такая. Прикольно, да? Вот это надо было на военный делать больше, да, такой сигнал, а не на гражданского все-таки типа. По освещению поехали, проверим. Освещение, белый ксенон у нас здесь, ничего себе. Он не желтым, посмотрите, а белым светит именно, да. Это на самом деле здорово, на самом деле классно. Переносимся обратно в машину, садимся внутрь. Анимация руля у нас присутствует, но салон... Но салон, честно говоря, оставляет желать лучшего. Да, что вот это такое на потолке у нас за пятно здесь скачет? Может быть, просто тень падает? Нет, какое-то пятно постоянно здесь скачет. Слушайте, ну салон, ну такое. Анимация есть, но приборы, к сожалению, абсолютно все замыленные. Таблички нет, здорово, да. Но приборы реально замыленные. То есть сиденья классные. Коврики прикольные. Но магнитола... Приборка, это все замылено, это тоже мы полбала с вами держим. Короче, за текстурочку, за салон тоже примерно около 1 балла мы все-таки с вами здесь снимаем. Переносим его с вами, давайте... А, точки зацепа сейчас еще мы с вами посмотрим. Две точки зацепа спереди, одна точка зацепа сзади и по одной точке зацепа сбоку. Переносим с вами его в гараж и пересаживаемся с вами в синий Next Armata. И давайте его посмотрим, что у нас здесь по аддонам вообще присутствует, ребят. Здесь с текстуркой все
все то же самое, что и там. Единственное, что только синий цвет, да. То есть, в принципе, я говорю, неплохо. Здесь не то, что даже полбалла. Ну, косячки какие-то по текстуре все-таки присутствуют. Здесь у нас в салоне все то же самое. Та же самая наверху у нас болтается. Давайте поглядим, что у него здесь присутствует по аддонам. Итак, поехали. Снимаем ремку сразу вот эту. Ручник звук такой идет. И поехали, значит. Первый аддон. Борт. Недоступно. Почему? Потому что тент стоит. Борт. На 2 очка у нас идет, и к нему же идет еще борт прицеп, вот такой здесь дополнительно. Далее цистерна у нас идет на 1200 литров. Недоступно, потому что нужно установить метан. Нихера себе, а метан что у нас? 400 литров топки он дополнительно перевозит. И еще цистерна 1200. Нормальный руль. 1600 литров топлива мы сразу с вами здесь перевозим, ребят. Здорово. На самом деле, контейнеровоз теперь у нас идет. Мы с вами снимаем метан. Устанавливаем контейнеровоз. 4 очка перевозит. Он, видимо, сюда загружает какой-то, да, у нас? И контейнеровоз прицеп еще есть. Ну-ка, вдруг на том не будет. Давайте мы с вами вот сюда, вот на погрузку бревен перенесемся и контейнеровоз прицеп поставим. И поглядим, что у нас сюда он загружает. Короткие нет, средние да, 4 очка погрузки контейнера загружает. И назад у нас также загружается, видимо, средние бревна. Тоже да, 4 очка погрузки. Вот так это дело вообще здорово на самом деле выглядит. Скинуть груз, выпадает 2 средних бревна спереди и 2 средних бревна сзади. Выпадает, грузимся с вами без проблем. Еще раз скидываем груз. Упадут они? Нет у меня. Я все пытаюсь, жду, что они должны упасть, не? Не, смотри, держится, не падают, зараза такая, да? Далее, значит, поехали по аддонам. Что у нас еще здесь присутствует? Контейнеровоз Кунг. Снимаем прицеп, снимаем с него контейнеровоз. И переносимся сюда с вами на смотровую площадку. Кунг 1000 ремонтных очков. Абсолютно такой новый Кунг в цвет авто. Слушай, за аддоны класс, реально. Стоп-сигналы у нас... Стоп. А что стоп-сигналы не загораются? Или они только снизу загораются? Снизу загораются, он задний ход. Бля, слышите, да, задний ход? Эти сирены включаются такие, здорово на самом деле. Стоп-сигнал, я думал, здесь они будут тоже, честно говоря, дублироваться. Кунг посмотрели на 1000 ремки. Следующий у нас идет метан, мы уже с вами видели. Чисто ремка идет, 40 литров и 150 ремонтных очков на крышу у нас устанавливается. Также мы можем с вами установить здесь самосвал. Самосвал идет у нас, кузов с метаном уже. Вот такой аккуратненький самосвал ставится. Далее тент, 2 очка гаража устанавливается. И прицеп тент, тоже 2 очка гаража. Плюс 200 ремонтных очков. Вот такой исток у нас. Я не знаю, исток же водка такая вроде бы есть, да? Уравута что-то, исток написано. Вроде бы водка исток такая была. Подскажите, если что, может быть я где-то и ошибаюсь. Итак, переносимся с вами на коричневый, на Next Armata S, который у нас идет. Он, видимо, у нас идет как раз вот... идет как раз с распуском. Поехали проверять борта. Сейчас, кстати, давайте контейнеровоз посмотрим. Есть здесь, нет? О, контейнеровозы. Я как чувствовал. Как чувствовал. Блядь, смотрите, да, чуйка работает. А вы говорите, я херово обзор обозреваю. Да идите вы в пень, блядь, кто так говорит. Все мы с вами чуем уже, блядь. Все мы с вами понимаем. Итак, назад у нас не может ничего. Опа. 3 очка погрузки, короткие бревна. У нас здесь такой маленький погрузчик загрузился. 2 каких-то асфальтоукладчика загрузились. И вперед. И вперед тоже короткие. Да, тоже 3 очка погрузки, свои грузы. Смотрите, биотуалеты здесь, ящики с чем-то, с пивом там и так далее. Слушай, классно. Мне нравятся эти груза. Так, блокировать можем с вами прицеп, чтобы он с нами спокойно могли мы развернуться, скинуть груз. Выпадает по 4 коротких бревна спереди и сзади. И обратно спокойно мы с вами также спокойно погружаемся. Итак, отстегиваем прицеп, борт S, да, и снимаем
и снимаем прицеп. Вот. Следующий у нас идет, значит, распуск как раз. Для установки распуска необходимо установить карт S и необходимо установить метан. Слушай, ну это здорово. 400 литров топки сразу будет идти у нас здесь. Устанавливаем карт прицеп. Видимо, на 6 очков погрузки. Длинные бревна у нас здесь. 6 очков погрузки идут на таком вот интересном распуске. На нем, скорее всего, мы и поедем с вами все это дело тестировать. Скидываем груз. 2 длинных бревна у нас здесь с вами выпадают. Не выкатываются, что-то катится. Нет, и упирается в этот. В этом плане, по крайней мере, все прекрасно. Снимаем с него карт прицеп. А, подождите, как он работает. Ёк-макарёк. Ну, ёлки-ты-моталки, ну, Санёк. Ну, как ты так лоханулся, а? Вот сюда давайте его выровняем, чтобы нам не мешало установить карт прицеп. Я хочу посмотреть, как он вообще у нас складывается. Сложить прицеп распуск, заезжает без проблем, раскладывается. А также, друзья, без проблем все у нас. Карт S снимаем, метан снимаем. Далее цистерна, та же самая идет цистерна с метаном у нас. Далее идет у нас кунг, тот же самый на 1000 очков, только в цвет уже, да, в цвет сделан, перфорированный верх такой идет. Бля, Вань, заддонный, вот реальный респект. Вот это очень круто, серьезно. Метан S, платформа S, груз гуманитарка. Опа, такая платформа. Но это не автономка, посмотрите, а типа автономка. Видимо, короткие у нас сюда бревна. 3 очка погрузки, чисто лес он у нас перевозит. И еще, я так понимаю, мы можем, да, к нему прицепить, если что, вот такой вот борт даже здесь. То есть 3 перевозит, 3 перевозит, 6 перевозит. Далее, значит, поехали. Платформу S мы с вами снимаем. Груз может быть потерян. Ремка. Ремка также на крышу ставится, тент прицеп, 2 очка гаража, тот же самый исток, и тент у нас здесь тот же самый исток устанавливается, только в желтом цвете, да, вот такой. Слушайте, а желтый даже по мне, как честно говоря, поинтересней, даже он тут у нас, ребята, и смотрится. Так, ну что, устанавливаем распуск, друзья, и поехали уже его тестировать, а то в аддонах мы с вами здесь немножко засиделись даже. Карт S. Чтобы установить карт S, сначала метан, теперь карт S и теперь прицеп. Отключаем гараж, загружаемся длинными бревнами и погнали, посмотрим, что, зачем, к чему и почему. Блин, ну с салоном, Ваня, ну что, ё-моё такое, стекло. Кстати, мутноватое, как по мне. Вот мы с вами на свет сейчас специально поехали. Я бы сделал его, честно говоря, попрозрачнее. Ребят, Ваня моды дорабатывает, прислушивается и к моим советам, и к вашим советам также прислушивается. Так что, если есть какие-то пожелания, если они будут выполнимые, не стесняйтесь, пишите это дело. Здесь, я думаю, Ваня обязательно подправит. По стеклу однозначно нужно сделать. С салоном, я так понимаю, уже ничего не сделаешь. Вот эту замыленную торпеду, не знаю, уберет, не уберет. Ну, короче, с этим проблемки у нас здесь присутствуют. Ого-го, валимся! Валимся, ничего себе. Тест на продольный переворот, грубо говоря, мы прошли, машину заваливает, и это меня на самом деле радует. Груз не потеряли, то есть где-то вот эту критическую точку мы все-таки с вами не достигли, я так понимаю. Звук классный. Слушайте, я только его сам слышу тихо. Давайте я немножко его сейчас немножко вот так добавим. Я не знаю, станет ли намного громче видео здесь. Он работает, но звук приятный. Первый, вторую подхватит. Да, вторую подхватывает. Но пока по 75-й грязи, я вам скажу, что действительно проходимость очень-очень схожа, ребята, с дефолтной. Здесь также мы на крайзике с вами с длинным распуском, также на второй, примерно в таком же стиле и двигаемся. Так, 75-я грязь пройдена на ура. Заезжаем с вами в 85-ю грязь, блок диф отключаем, щелчки классные, звуки классные. Вот это мелочь такая, да, но на самом деле это очень и очень даже здорово. На второй врываемся с вами, 85-ю грязь. И он у нас здесь идет пока. Сейчас распуск еще якорем, наверное, зайдет в грязь, и тогда, я думаю, мы с вами будем испытывать проблемы. Но пока на второй буксует. Ну, по сравнению с другими машинами, мне кажется, звук тихий. Может быть, его чуть-чуть добавить? Потому что если я сейчас добавлю звук, то мне будет... Другие машины орать начнут тогда. Слушай, на второй прет. Проскальзывает немного колеса, но идет. Первую подрубим давай.
Во. Ну, он помощнее дефолта. Немного, он, по крайней мере, здесь не летит, вторую уже не подхватывает, на первый ползет, доезжает у нас дефолт с распуском до этой елочки, и дальше просто вообще по миллиметру идет. Этот у нас двигается здесь более-менее уверенно, на первый проезжает. Бля, мне нравится так ксену у него, вот этот белый. То есть не шибко, он мощный, вот так по ощущениям, ребята. Бля, смотрите, да? Белый свет, свет. Не желтый, а белый. Очень круто. Очень круто. Кто не видит белый, блядь, ты дальтоник. Я так думаю просто. Ребят, очень круто, реально. Проходимость процентов, наверное, ну не больше 10% помощнее. Как вот мне вот отсюда со стороны, честно говоря, кажется. Снимаем, значит, с него распуск. Переносимся с вами. Надо было снимать картлет, чтобы бревна вот эти не выпадали. Я думаю, почему у меня бревна здесь выпадают, а? Заезжаем, тест гора. Поехали, сейчас затестируем. Мне пишут, мол, что ты едешь. Смотри, здесь такие перфорированные арочки идут. Круто, реально круто. Вот это мне нравится, честно говоря. Загружаем также длинный. Типа, езжай на первый все время. Да нихера. Едем на второй, и потом, как чувствуем, подрубаем ему уже первый. Че мы на первый с вами здесь будем ползти? Вон четвертый вообще сейчас подрубим ему. Попер он у нас сборочку. Четвертая. Все, первый вот сейчас подрубаем, и спокойно на первый мы с вами будем уже забираться сюда, друзья, наверх. Доезжаем. Слушай-ка, ему тяжко. А ему тяжко, да, посмотри-ка. Доехал ли до дефолтной отметки. Потихонечку двигаемся дальше. И он лезет. И он лезет здесь. Метан и дизель. О, как. В горку у него сцепление явно получше. Уже мы с вами на пол корпуса. Да, примерно на пол корпуса дальше, чем дефолт. Он у нас сюда забирается, друзья. Немножко. Вот об этом я и говорю, что немножко он все-таки помощнее. Ну, это не плюс, не минус, как бы, да. То есть это просто мы показываем его, его здесь характеристику. Теперь хочу поставить на него просто какой-нибудь тент. Который, да, у нас там есть. Смотрите, снимаем, значит, с него карт S. Вот так у нас бревна, да, исчезают. Снимаем с него метан. Устанавливаем на него карт борт. Давай борт поставим. Чисто борт вообще. Чисто борт. И опять переносимся с вами сюда на старт. Загружаем в него короткие бревна. Без прицепа здесь попробуем. А, у него же борта, возможно, анимированные, да? Нет. А, они мирные болтаются. Я думал, открываются. Блин, они болтаются, кстати, на самосвале. Надо будет сейчас не забыть посмотреть тоже. И вот сейчас поехали на второй уже. Чисто с тремя очками погрузки. Третья, подожди, еще. Вот на первый бы мы с вами ехали. Вы тоже надо мной издеваетесь, блядь, постоянно. И говорите, я еще что-то не так делаю, что-то не то делаю, блядь. О, на четвертый, смотри, попер. Без распуска хорошо пошел, ребята. Смотри, 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 что делать. Вторую подрубаем. На второй. Да, детка, залази до Урала. Вот у нас Урал сюда на второй. И Урал дальше заезжает в горку. Просто на второй до сюда доходит. А этот Урал у нас спокойно, груженный на 3 очка, в горку все-таки заезжает. А, переносимся с вами на тест камней. Снимаем с него, борт. Устанавливаем опять метан. Устанавливаем метан, устанавливаем карт-тест и устанавливаем карт-прицеп. И поехали, не складывая распуск, сейчас пронесемся здесь, посмотрим, что у него по урону он здесь получит. Хорошо, скорость с первой на пятую, ну, на сухой дороге хорошо переключил. Урон уже как на дефолте, 227 мы с вами получили. Нормально он набирает у нас, да, 400 из 600, прилично мы с вами набрали, урон все-таки получается. Загружаем длинные бревна, пополнить, 74 литра мы с вами пополнили, нормально мы там полазили. Вторую и поехали проверять его тест на продольный переворот. И еще я хочу посмотреть тест, что там у нас переворачивается, а прицеп типа не переворачивается. Да, падает абсолютно сразу же. Настройки, по крайней мере, в этом плане все хорошо, не читерские у нас здесь они идут. Снимаем кортес, ставим прицеп. И давай-ка поставим, знаешь, что у нас было здесь? Платформу. И ставим платформу. Метан снимаем, платформу устанавливаем. Загружаем сейчас везде короткими... Бля, звуки классные включения. Загружаемся короткими
вперед 3 очка и назад 3 очка. И вот мне интересно, что значит прицеп не переворачивается. Машины переворачиваются, прицеп не переворачивается. Я такого что-то... Либо что-то Ваня в описании намудрил, либо я сейчас увижу что-то такое очень необычное. Смотри, и машина-то не переворачивается. Смотри, как мы ее заваливаем. Смотри, 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 смотри. Заваливаем, и она не падает. Да хорош, серьезно? Она не падает, ребята, вы посмотрите на это дело. Давайте подлетим, и мы с вами посмотрим, что у нас там по подвесочке вообще здесь. Что у нас здесь по подвесочке присутствует. Анимированная у нас рулевая тяга идет, кулаки анимированы, это здорово, колеса в воздухе не висят, по крайней мере. Слушай, ну он не переворачивается. Мне это не совсем нравится, это все-таки такая читерская получается херота, да? Потому что роспуск сразу прям упал, а этот у нас, смотри, просто боком здесь наваливает, колеса вывешены. Вот я его прям еще максимально стараюсь, чтобы он упал. Ну нет, посмотри, он просто у нас здесь уверенно идет. Это не есть хорошо. На самом деле это не есть хорошо. Берем с вами теперь вот этот самосвал. Хочу взять самосвал. Снимаем тент. Снимаем тент прицеп. Ставим метан. Ставим самосвал. Проверяем. Проверяем. Да, управление самосвал у нас. Самосвал рабочий, ребята, посмотрите. Классно. Шлакс, сюда его так. Запрокинули шлакс. Обратно вернули. Еще у него должно закрываться, нет, наверное. И борт еще, да, во, откинулся борт. Смотрите, еще можем здесь все это дело с вами даже выгрузить здесь, да. Итак, заезжаем с вами еще раз сейчас на самосвале. Давайте посмотрим, как он здесь у нас так же уверенно пойдет. Нет, загружаем 2 очка погрузки. Не 3, а 2, кстати. Ну, самосвал короткий, наверное, это по-правильному так и идет. 2 очка погрузки у нас, значит, 2 перевозит, 3, 3 плюс 3 и 6 очков. 8 очков никаким образом, я так понимаю, аддонов мы здесь не нашли. Смотри, как кабина, да? Смотри, и он не переворачивается. Ну, реально. Он не переворачивается. Подожди, давай для интереса, знаете, что возьмем? Вот мы поставили самосвал, берем с вами... 255 берем с вами 255 и на него ставим автономный лес-кран. Это все снимаем, ставим автономный лес-кран. Я просто, может быть, что-то это запамятовал, но вроде бы у нас автономка здесь все-таки переворачивается. Ставим автономку, загружаем короткие бревна, поехали. То же самое, треть подрубаем. Заезжаем сюда бочком. Заезжаем сюда бочком. Вот о чем я говорю. Тот херачит здесь, мама, не балуй. С распуском базара нет. Вон перевернулся, вон длинный бревна лежат. Прям на старте практически. Сразу завалился, но борт и прицеп просто навалит вообще не совсем. Это хорошо, честно говоря. Переносимся с вами на физику мостов проверять. Ну, как уже в описании было сказано, ее нету. Но мы все-таки с вами давайте все досконально. Уж у школы начали. У школы уже мы с вами здесь надолго. То давайте до конца все это дело здесь и посмотрим. Физика мостов, как вы видите, отсутствует. Да, к сожалению, но ее здесь... Бля, задний ход, да? Сирена включается, прикольно. Вот это классно, за звуки, конечно, лайкусик ставим. Заезжаем с вами на подвесочку. Подвесочка вся у нас анимирована, посмотрите, вся хорошо отрабатывает. Настроена подвеска, на самом деле, все классно. Ну, Ваня умеет, серьезно. Умеет, практикует. Смотри, вообще, это я на второй сейчас еще поехал. И как хорошо он здесь у нас отработала подвеска. Не подпрыгивала ничего, мягонько все отрабатывает, все прекрасно, все хорошо. Проверяем, давайте сразу ручник. Зажимаем, включаем первый. Ручник идет только на задние колеса. На переднюю ось не идет. Все в этом плане в порядке. Ну что, друзья, заезжаем в воду. Тест ванны. Мой любимый тест, скорее всего, ванная даже. Заезжаем внутрь, воды в салоне нету.
Воды в салоне нет, опасный уровень воды. Немножко получаем с вами даже здесь урон. Можно сесть внутрь, смотри, местами, да, но если газ даешь. В воде двигается уверенно, даже вторую. Он у нас здесь с вами немного подхватил, не глохнет. Ну, у нас и голова, в принципе, из воды немножко торчит, так что можем отсюда спокойно с вами выезжать. Тест ванна пройден на ура. Анимированные у нас и центральные, посмотрите, кстати, брызговички. И задние брызговики тоже анимированы. А что за ступеньки анимированы? А, вот, ступенька снизу вот эта, обратите внимание, вот, да? Видите, она тоже у нас, друзья, анимированная. На полном ходу сюда залетаем, нажимаем тормоза. Тормоза держит прекрасно. С места трогаемся в горку без каких-либо проблем. Ну что, погнали, максималочку ее проверять будем. Пополнить состояние, блок дифа, привод. Первая, 10 км в час. Вторая, 18. Третья, по десятке идет, 29, нормальный рун. 39, серьезно, 40 там было даже. И последнюю, пятую, да, под полтос. Вот такая скорость мне нравится, серьезно. Около 50, по десяточке сделано. Все прекрасно, все хорошо. 49,5 максимальная скорость. Урон, кстати, получили 315 из 600. Мы с вами на камнях урона получали даже поболее, друзья. Ну что, переносимся. Переносимся с вами на серпантин. Одеваем с вами исток. С прицепом даже вот так мы с вами, наверное, оденем все это дело. И поехали, подытожим, скажем так, да. Значит, ну, из минусов. Физика моста. Сразу. Это он и написал, и он это понимал. А второе, текстура салона. Ну, она лучше, чем дефолта, базара нет. Ну, она не дотягивает до, скажем так, положительные все-таки оценки, да. А, текстура салона и, наверное, текстура на авто, если так уж прям подокапываться, примерно все вместе набирают, ну, около 1 балла. Около 1 балла, то есть 2 балла мы с вами за это снимаем дело, да. А, плюс ко всему... непонятно, но это надо будет, наверное, поднастроить. Роспуск у нас на продольном перевороте сразу переворачивается. Этот херачит. С роспуском, то есть падает, все нормально, все в порядке, да. Но когда ты идешь с бортом, там, с автономкой, да, с прицепом, его перевернуть там нереально. Это как бы я тоже отношу к минусам. Где-то тоже мы за это с вами полбалла снимаем. Все остальное, конечно, шикарно. Свои звуки, ребят. Классные звуки, это необычно, да, там вот. Покрякает так прикольно, блядь. Покрякает там. Заднюю включить скорость типа сирены. Необычно, здорово. Ксенон вот этот белый. Реально очень круто. Мне очень нравится здесь освещение, серьезно, прям. Очень оно классно смотрится. И оно, блядь, мы сейчас в небо с вами светим. Я понял. Я понял тебя, братан, мы светим сейчас с тобой в небо, ничего мы там сейчас не увидим. А, доработать с переворотами, физику мостов, не знаю, можно сделать, нет, текстуру салона тоже не знаю. Вот по идее, текстуру салона сделать, и вот с переворотом, все, все основное топ, ну, физика мостов. И будет реально шикарная, блядь, машина, серьезно. А, по аддонам все шикарно, все, что надо. Единственное, наверное, что нету, ну, это все-таки не такой уж здоровенный Урал, это, наверное, нету 8 очков, да, потому что одиночкам это было бы вообще по кайфу, многие одиночки играют, возят по 8 очков, и даже, когда я там иногда играю, это редко бывает, ну, иногда бывает один, если также везу по 8 очков, это как бы удобно, да, но есть фанаты игры настоящие, которые возят как надо. Красавцы, блядь, вам лайк, респект и уважуха. Вот, роспуск присутствует. В целом мод очень классный, Вань, как и все, в принципе, предыдущие твои моды, да. Доработать немного, и будет твердая десятка. Пока 7,5, 8 баллов максимум. А так, все-таки 7,5 баллов, 7,5, 8 баллов. Моя оценка. Ребята, ваши пожелания, пожалуйста, что добавить, что убавить, что прибавить, блин, что убрать, что поставить. Пишите тоже в комментариях. Я знаю, Ваня всегда их читает и прислушивается к мнению многих
игроков, да, то есть, и, может быть, что-то это доработается. Ну и также хотели бы вы видеть данный мод в открытом доступе. Ваня сказал, что если людям будет интересен данный мод, то, скорее всего, он его также выложит, как и свои другие моды. Ну а на сегодня все, друзья. Если вам понравился обзор, поддержите Лукасом. Всем счастья, здоровья, до новых встреч. Пока-пока.